пан слідчий, прокурор. От в якій формі вони застосовуються? В сухій або в рідкій формі? Ви можете прокоментувати? В якій формі залякування та ображання відбувається до вас? Як вони застосовуються? Бачу, без коментарів. Ну, по посмішці на вас, я просто бачу, що ви насолоджуєтесь і залякуваннями, і ображаннями в різних формах, в рідких, сухих, які застосовуються до вас. Просто насолоджуєтесь. Так, я бачу, він дуже багато води пив перед засіданням. І я вас дуже прошу на державному майні не сидіти зараз, тому що доведеться потім якось компенсувати судді. Суду пошкоджене, уволожнене майно після вашої нестримної діяльності. Зрозуміло, коментувати нема що. Пане Кучер, а як ви визначили, що сеча була у пана Регора в пляшці? Ви її пробували? Нагнувся, аж сплався від висоти до. Тому що під ваною, можливо, дійсно була сеча, але як ми підозрюємо, це саме через ваші проблеми з здоров'ям. А що в пляшці була сеча, то нормально, людей носить пляшку. А хто з нормальних людей взагалі відрізняє рідину як сечу? Якщо людина не звикла її пити та смакувати. Друже, скажіть, будь ласка, як ви визначаєте сечу ще до того, як імунологічна експертиза проводиться? По запаху, по смаку, текстурно якось, тактильно, як ви визначаєте? Ну, по запаху точно, бо він часто розповідає перед. Коли хворий сечовий міхур, то, в принципі, людина може розуміти, як пахне сеча. Ну, добре, ви жартували і добре, я розумію, що ви коментувати не хочете. Він нікого не питав. Позвав працівників поліції. Не було зовсім ніяк. А що, зрачу ви поїхали? Його різали колись. Всі пари, як оце, от, його порізали ножом. І тут три обладі, пушки найняті Шарієм, напали на нього в під'їзді. До речі, розкажи, що в руках було. А дивно насправді, що нападники, ножі були. Я так зрозумів, коли вас зажмуть в під'їзді, ви не будете викликати поліції. Да? Ви можете це абсолютно сказати. Можливо, ці сєпари наймуть пушок вас різать. Мене, якщо зажмуть в під'їзді, то я можу дати поліцу. Ой, ну, дуже впевнено. Особливо, якщо... То ви готові порушувати законодавство? Якщо наша річ виставить ваше відео, коли ви вийшли... Чому ви колись одразу говорите? Що ви робите тим лицом? Скажіть, будь ласка, готові порушувати законодавство, якщо... Це самозахист. А як ви потім в суді будете говорити, що це самозахист? Це вже моя справа, яка буде доводити. Кому ви дасте порушу? Я кажу, це вже моя справа, яка буде доводити. Тобто ви готові піти на кримінал? Заради того, щоб була ваша справа. Не чуєш, чуєте? Нормально все? Не що ти, значить піти а на ви? Що значить піти на кримінал? Дати по лицю, це ну, піти на кримінал. Зняли тіло. Як я звідти знаю? Ти встановив тілесну ошкоду. Даєш поліцію. Ти встановив тілесну ошкоду. Ти встановив тілесну ошкоду. Це вже суд буде встановлювати тяжкість. Так а ти вже встановив, що це вже кримінал. Тяжко. Якщо ти нападаєш на нього. Ну я не хочу з тобою розмовляти. Серйозно. Я ненавіджу. А як ти його... Тобі нема що говорити. Ну тому що нема. Ну ти встановив, що якщо я дав комусь по ліцю, то це вже кримінал. Ну звичайно. А якщо мені перед цим намагалися погрожувати? Це самозахист. Хто з вас правильно, а ти вже визначив це. Ти розумієш? Ти вже визначив це. Я тобі ще... Якщо ти нападаєш на людину, це кримінал. Якщо ти даєш на поліцію. Так ти ж тільки що казав, що мене затискають під їзд. Це вже ви будете з'ясовувати. Не зрозуміло, хто за вас на кого напав. Викликай поліцію. Я тебе прошу. Що я сказав, що якщо мене затиснуть під їзді, а я сказав, що дам поліцію, правильно? Це самозахист. Почитай кодекс, тому знаю. Ну, взагалі, що найбільше читати? Що в кодексі написано продати поліцію? Як це формулюється? Це які громадяни України мають право давати поліцію. Якщо їм затискають під їзді, то це правильно. Бери і читай. Де це тобі? Самозахист. Да, самозахист. Свої конституції. Наскільки мало у людини? Що з тобою відбувається? Ще раз, чувак, це касковий баран. Ну, вибач, я... Ти можеш до себе звертати.
все чувак. Слухай, от дивись. Захист має відповідати. Як цих людей взагалі? Оборона має відповідати нам. Що тебе затискають? Бути правомірним. Так, я тебе поспілкую. Що тебе затискають? Вчинять до тебе якийсь фізичний тиск. Ти маєш право обороняти. На цьому ми з тобою закінчили. Я не знаю, затискають під ніж. Як ти це робиш? Тобто ти вже хочеш давати політику, коли тебе просто затискають. Чувак, я тобі кажу ще раз. Чувак, це ти. Тебе затиснули в під'їзд. Я кажу, там поліцію. Що тобі не понятно? Що тобі не понятно? Що не понятно? Мені нічого не понятно. Ну так я вижу по твоєму лицу, що тобі нічого не понятно. Ти живеш посеред закону. Не роздражай. Ты ко мне придолбался, я тебе отвечаю. За 15 раз я тебе тоже людям хочешь давать по лицу. Чего твои руки трусятся, друже? Ты зараз точно будешь в штаны. Чего я буду твой телефон тримать? Слухай, реально, это уже друге засідання, коли в них расширені зіниці, вони неадекватно себе поводять. Які стимулятори ви вживаєте? Я з чоловіком хотів поговорити з тобою. Я с человеком не хотел поговорить, поэтому я поговорил с тобой. Наркотой. У меня повышенный адреналин. За того, что я не могу. После каких речевых? Ты боишься. После каких речевых? А что после ноги трусится? Сейчас он написал. Слушай, ну я... Чего вы орете со всех сторон? Давай державно, я не разумею. Выплакать швидку. Давай. Тебе выплакать лекарь. Ти можеш заявити про те, що тобі погано і тобі потрібен лікар? Щоб не було ложного і нудний, серйозно, я тебе говорю, ти взагалі тобі люди общаються? Тобі погано? Вороже, заспокойся, все буде гаразд. Все, давай, быстро. Не обращай внимания, Вов, не обращай внимания, бо буде дуже погано. Просто, ну, нерви здають. Вов, не обращай внимания. Так я не пытаюсь не обращать внимания. Ты ходишь за мной, мне задаешь 15-й вопрос. Что с тобой відбувається? Ты шрутся. Якщо ж ти не обращаєш внимання. З тобою все гаразд. Чому у тебе ладоні такі тепні? У нього телефон. Ти бо ж відео не вбачиться. Нормально у мене? Чому тремор у тебе в руках такий сильний? Що з тобою відбувається, друже? Слушай, ти взагалі що? Так, ми зрозуміли, можливо, можливо. Так, може, не можливо, а це факт. Я вато отримав контузі, але у мене руки не трусяться, на відміну. А у мене руки трусяться. Що далі ти хочеш? Пітніють долоні, зіниці розширюють. Трогав мої долоні? Я бачу, що я в них хочу. Я не хочу трогати твою руку. Блин, капец. Люди трогали его глючить. Его глючить. Один привык, а писем заглядал. Один может заглядал. У другого течет ладонь. Вы не чувствуете, что по вам течет. И он хочет, чтобы его ладонь трогали. Например, а он не чувствует. Кто-то мочится при толпе. У кого-то течет с ладони, он хочет, чтобы его ладони трогали. С тобой все в порядке. Со мной, да, я же 5 раз уже сказал, что со мной, да, со мной, а с тобой не совсем. Перестань приниматься стимуляцию. Все, давай. Хочу, давай, уходи, Дим. Тазик, холодная вода. Це не чортики від білки, до яких ти звик. Це жива людина, він не згине. Зі мною все гаразд. Я вас все схожу. Я хочу дізнатися, які речовини ти вживав. Можливо, від них ви можете. Ти їх не побориш. Куди? Пойдем поговорити. Там теж камери. Ти хочеш мені дати по лицу? Я хочу з тобою вдвоем поговорити. Ти хочеш мені дати по лицу? Ти можеш мені зараз дати по лицу? А когда ты мне хочешь дать по лицу? Пойдем? А когда ты мне? Я спрашиваю, пойдем? Ты готов мне дать по лицу сейчас? Ты готов мне дать по лицу сейчас? А что ты хочешь мне дать по лицу? С тобой все? Тазик, холодная водичка. Туда. Все будет хорошо. Я накрутил себе. Вот, все будет хорошо. Почему у тебя вспотел? У тебя потный лоб. Потому что здесь жарко. Мне не жарко, но я стою в поле. Вова, сними свитер, тебе плохо. Вася, я тебе люблю. Я не Вася. А кто? Владислав, иди отсюда. Не могу.
Ну так. Я занимаюсь своей профессиональной Вова, кричи, Путин, помоги, веди войска. Ты хочешь предотвратить мою журналистскую деятельность? Вов, ребят, я серьезно задолбался с ним. Очень серьезный и очень потный товарищ. А? Ну что я буду там делать? Я пришел, я хочу парить. Я человек, чтобы волосы. Подписчики за дизлайк. Не нервничай. Вот они говорят о том, что вот какая-то группа поддержки. Вова, группа поддержки. Понимаешь, как неудобно ходить на заседание? Слово, вопрос один задать мне. Причем этот человек мне советует сесть в какой-то там тазик. Видимо, он практикует такие вещи. Потому что ты дуже нервуешь. Ты дуже нервуешь, что ты не надо. Место, которое надо гонить. Тоже могли высказывать свои недовольные присутствия. Почему можно сесть так? А место, которое у тебя горит. Может, люди были забыты. Успокойся. Мало нервовать. Я знаю, что вы там сейчас как-то охлаждаете места. Ну что вы от меня хотите? Какая-то фантазия, Вова. Все с тобой. Да ты сам говоришь какие-то вещи. У тебя потеют ладони и лоб, у тебя расширенные зрачки. Вова, что ты употреблял? Почему ты говоришь на тазиках и о том, как ты будешь в них садиться? С тобой все понятно? Я просто сегодня вот 5 минут назад увидел дебила. Вова, 5 минут назад ты не смотрел в зеркало. Вова, 5 минут назад. Из-за этого у меня реально ухудшается самочувствие. Да вызываешь, там ты вызовешь себе врача, если тебе действительно плохо. Ты вызовешь себе врача, если тебе действительно плохо. Ребят, давайте вы о чем-то своем там поговорим. Мы говорим о своем. Клуб по интересам. По интересам, о том, как ты будешь садиться в тазик, ты же об этом рассказывал. Только что. Да нет, ваш дух рассказывал. Но ты сказал, что тебя призывают садиться в тазик. У тебя об этом... Ваш дух, который садится в тазик, призывает всех садиться в тазик. А что мокрый, другой в тазик садится? Ну не нервничай. Евген, мне задание. А что вы говорите там про мочу? Вы знаете, я взял на смарт, что нет? Про сечу, він знає, як вона пахне. Це от вам всім відомо, напевно, ви про це говорите. Як на мене, то якраз це з вашого всього тому, що запитують, можливо, у вас у всіх якась. Я просто запитую. Я без розстройства. Я для цієї сторони взяв намного більше, ніж некоторі другі. Є такі розмови по кухні. Немає? Ну то питайте у Путіна. Або у цього молодого чоловіка. Бо він явно от скоро, от іще трошки, і от не буває, що хочу бути на тазі. Ого, слухай, ти ж не баба, щоб тікти на мир. Або на цій мажорній ноті. Я вам відповів? Ми не вичерпнули засідання. Вова, а як ти себе представляєш, як ти будеш течь на нього? Владимир, как ты свое? У тебя не мое шансов. Я на ну зачем вы об этом говорите, если вы культурный человек? Так а зачем он мне это говорит? Девчина, не говорите про моей дружине. Она зарегулирует. Ну вы поддерживаете тему такую разговор. Даже он это какая-то херня, извини, между нами. Ну ты говоришь о том, как ты будешь течь. Ну я мужчина. Тебе за 30 уже. Ты о чем говоришь? Мы же не знаем, чей мужчина. Он обо мне заговорил. Я уверен, что он мужчина, в принципе. Что он там имел в виду? Ну это какая-то неадекватная херня. Садится в тазик. Ну, ладно, тазик, ну, течет на адекватная херня, неадекватная. Ну, ты неадекватные вещи говоришь. По-моему, когда тебе платили деньги и просили прийти, как заснять, как журналист здесь процесс. А с чего ты взял, чтобы кто-то платил деньги? Тебя на компетентность, я тебя подозреваю. Что такой херней заниматься, рассказывать, что на кого-то можно платить? Тебе, видимо, платят деньги. Мне не платят деньги. Ну, а что ты думаешь, что кому-то платят? Я скажу, почему я пришел. Я его взводный. Я его вывозил в округ. Хорошо. Он косячит. Он, конечно, не совсем иногда хороший товарищ, но я его поддерживаю в суде, потому что, ну, это мой подопечный, я его возил в АТО. Я говорю, почему я сюда пришел. Потому что я с ним воевал. А ты расскажи, что ты сюда пришел? Что у меня YouTube-канал, я записываю блог. Какой YouTube-канал? Прорекламируйся. Владимир Золкин. YouTube-канал, подписывайтесь. Что ты там делаешь на YouTube-канале? Реально невменяемый. Что ты делаешь на YouTube-канале? Я ничего на твоем YouTube-канале не делаю. Ну уже что-то делаю. Я не хочу с тобой говорить. Распаковку с Алиэкспресса. Я не хочу с тобой говорить. Понял? Почему? Не хочу я с тобой. Я угрожаю. Мне неприятно с тобой. Мне неприятно с тобой. Почему? Так не говори, иди ты чистый, иди наш себе хайпер. Ну, ты же первый сказал об этом. Ну, ты же первый. На своих дурноватых чипах. Ты же первый. Ты же первый. Да иди в гей-клуб. А ты еще... А что ты птичи? А до чего гей-клубы дружишь?
Сами о чем-то говорите и не слышали. Я не говорю. Я спрашиваю. А твой друг только что об этом сказал. Он мне не друг. Он мне не друг. Знакомый. Знакомый. Ну хорошо, это так важно уточнять. А его существование я его знаю. Это так важно уточнять. Важно уточнять, потому что ты говоришь дух. Что ты знаешь, потому что мы провокатор какой-то тут появился. По сговору за попрыгни злого России, да? Ты пришел сюда, ты без правоплаты на гейку. Ты пойми, ты несешь просто бред. Ну ты сказал про гейку. Я даже не могу такому ответить. Я не представляю, что ты потом будешь делать. Ты будешь чикать и навязать это все, чтобы показать, что ты не глупый. Нет, проверься. Проверься там в психушку, психиатру, психологу. Куда-нибудь, я тебя умоляю. Куда именно? Не знаю, куда хочешь. Куда-нибудь, ко всем по очереди. Кому конкретно? Потому что мы ты можешь посоветовать своего психиатра? У меня нет психиатра. Почему? Это проблема твоя. Почему? Ладно, я вижу, тебя уже не знаю. Не у меня. Я не у меня. Ты спокойно, но не в себе. Нет, я очень верю в себе. Вот он я, и вот я в себе. Ну хорошо, ты можешь ко мне не обращаться? Не разговаривать? Я с тобой же шкурик. Ты боишься общаться со мной? Я тебя ты можешь так думать. Я провоцирую. Ты можешь так думать. На глупые ответы какие-то. Я тебе говорю. Просто давай не общаться, да? Что, мне с тобой общаться не нравится. Давай не общаться. Не нравится тебе почему? Потому что ты делаешь глупые ответы на мои вопросы. Это было бы странно, если бы мне нравилось с тобой общаться, честно. Не, ну конечно, чего же ведь мужики? Это было бы странно, если человек, который говорит про тазики, гей-клубы там, ну, и тому подобное, и того, что он течет на мужиков. Он общается. Ладно, давай ты выскажешь. Хотел бы общаться. Не, я высказался. Я говорю, да, это странно. Давай, я понял, давай. Вали. Да, ну ты популярный канал. А сколько у тебя подписчиков там? Я думаю, их будет больше после этого. Они будут заходить как на... Да. Как нет, это, так у него на ГАМАЗа, как на ГАМАЗа заходить. У него ватный канал. У меня хобби просто. Да. Что такое ватный канал? Это не очень непредсказуемо. Ты пророссийский агент? У тебя пророссийский канал? Ты идиот. Нет, я не идиот. Мне сказали только что, что у тебя ватный канал. Мне сказали только что, что ты что означает ватный канал? Ты пророссийский? Ты можешь что-то открыто заявить, что я пророссийский или я за Украину? Ты задаешь идиотские вопросы. Нет, ты просто скажи, пусть идиот. Серьезно, идиот. Наверное, я не осведомлен. Да нет, наверное, ты просто не у меня. Пусть будет так. Скажи, ты можешь ответить, ты у тебя проукраинский канал или пророссийский? Я не понимаю слова про украинский. Если ты украинец, то ты украинский. Понимаешь? Ты украинец? Ну конечно, а кто? И ты за всю Украину, да? Ну конечно, за всю Украину. За Крым, это Украина. Ну, Крым, это Украина? Вот, что-то ты экспортируешь. А что, ты не видишь? Какую российскую Википедию? Ведь не можешь своим глядачам сказать, что Крым это Украина. Ты можешь сказать, что Крым это Украина? Конечно, Украина. Ты просто настолько очевидно вещи, что я не понимаю, зачем. Ну, всегда. Все, молодец. Все, я все, Путин. Кто ты не молодец? Что на Донбассе? У вас на Донбассе? Нет, ну це по факту. Ты признаешь участь российских войск? Ну посмотри мой канал, посмотри, я признаю. Нет, ну вот я вот дивлюсь. Я тебе говорю, что ты жалуешься, что забороняют русские школы. Ты жалуешься, что я на тебя забороняют русские школы. Так потому что я не хочу. А где я жаловался, что забороняют русские школы? А ну давай. Ну давай, давай. Есть видео. Я же не буду зараз. Подожди. У вас не единственная провокация. Вова. Потому что ты его не смотрел, а утверждаешь. Ты знаешь, не читал, но осуждаю. У вас так все. Нет, мы только что-то доказали, а теперь это не. Ну, по крайней мере, человек заявил, что у нас происходит война, что Крым это Украина. Я думаю, он просто здесь не да не надо, это очевидная вещь. Не-не, ну вот, например, для этого товарища, это может быть не очевидная вещь. Для некоторых других товарищей... Я его не об этом не спрашиваю. Подожди, послушай. Ну, давай сейчас. Не спрашивал, а варто. Подожди. Зачем? Зачем мне эта информация? Послушай, да? Я слушаю. Для некоторых других это не очевидная вещь. Мне важно было узнать об этом от тебя. Для того, чтобы продолжать с тобой беседу. Смотри. И выводить тебя на глупую чистую воду твою. Или не выводить. Я вижу, на что глупую ты... чистую воду ну, мою. Да, где просто... учился? А что как? Я учился в ЖИ. Все в порядке. Ушкали. Я в средней школе и несколько выше имею. Не а мы срываем заседание? Ему нету. Все, я не знал. Давай потом с ними пообщаемся. Я просто не разговариваю, я с ними же бесполезно. Он удирает. Так само мы можем сказать, что с вами так само же.
Ну, це мене рад, я тобі просто говорю, що ти стараєшся, а пруфа ніякої, ніякої дідачки. Тебе все одно ніхто не дивиться. Ти тут потратив 4 години свого життя, ти стараєшся. Стараєшся, нервуєшся, тримуєшся, рвісишся. Товарищ, у которого были... Не, не послушай. Вот я тебе рассказываю, почему тебе это предъявляют. Товарищ, у которого был излишне потен, у которого расширены зрачки были, начал нападать на людей. Вызвали полицию, его задержали, составили протокол. Я тебе просто объясняю. И, судя по всему, он был под веществами. Он, кстати, руководитель киевского отделения партии «Шария». И Гладенький, если я не ошибаюсь, у него фамилия. Да, я не выбираю, куда мне прийти. Поэтому задали вопрос и тебе. Может быть, я тебя лично не знаю, я не видел твой канал. Поэтому я только сейчас от тебя узнал. Может быть, посмотрю, благодарю за рекламу. Что, хозяин сказал молчать? Все в порядке? Ты можешь говорить? Тебе разрешили? Нету суда, нету судебного заседания. Видит сдалека, да. Это мне обвиняет, что я лишаю деньги, получается. Не, я подозреваю, что я лишаю деньги за то, что я лишаю деньги. У тебя есть хозяин, а я идею не знаю. Это тему чистки денег. Я не знаю. А что он тебе рот закатает? Владимир, а что он тебе рот закатает? Он сказал, молчи, и ты закрыл. Скажи, кто он тебе такой, чтобы он просил тебя молчать? Я тебя прошу русским языком, не слушайся постоянно. Ну тебе уже за 30. Ну, взрослый дядя слушает какого-то мальчика, который говорит, закрой рот. Какие мочицы в штаны же? Ну, ладно, уже кто такой? Ну, болезнь это такое. У кого инвесторов плюс, это не страшно, это болезнь, это излечимо. Тут другое, а моральных, ну, вещь о моральных качествах. Когда ты берешь и ломаешься перед мальчиком, который тебе говорит, ну, вводи рот, закрой. Я в публичном месте. Я в публичном месте, я хочу с тобой поговорить, ты мне интересен. Я же тебе говорил, пойдем, мы идем на улицу, с тобой вдвоем поговорим. Ты же сказал, что ты лицо хочешь. Ты не сказал, что ты лицо хочешь. Ты лицо, можешь надеть. Я порядочный. Ты порядочный собирал. Ты не порядочный. Я лицо тебе не собирал. Нет, ты рассказываешь, что ты бешеный. Я с тобой нормально. Черт, ты не слышишь меня. Мне все равно. Да ну что ты лишь за публику. Понимаешь, что я говорю? Конечно, как и ты работаешь на публике. Я нет, я пришел. Я для публики завожу тебя на чистую воду. И вот этого товарища. Я пришел задать вопрос, вот так снимать. Ой, блин. Фу, блин, я думал, что он башку пробьет. Трубка вовнутрь лезет. Блин, капец. Я не пытался все стоять. Я себя с тобой хотел пообщаться. Чисто я скажу, что пойдем на улицу, выйдем пообщаться. Уже ночь такая. Зашел в 12 часов дня, блин, ночью вышел. Так, він тут боєвому тут суда немає зараз. Видалився, на радше кіно, де видалився. Ну, я знаю, може, хто не людина образована і грамотна. Так може бути, що ти нічого не знаєш. Все, тише.